после этого абзаца как раз шапки. Все, можно начинать? Хорошо, да. Виола, перед тем, как взять у вас интервью, хотелось бы узнать, какую главную мысль вы бы хотели донести сегодня до ребят? Обязательно быть в медиапространстве, становиться известными и дарить свои таланты этому миру. Ну тогда давайте начинать. Давайте. Виолетта Кузьменко – популярный блогер Виола Инсталова. В социальной сети имеет более 35 тысяч подписчиков. Учит начинающих блогеров, как увеличивать охваты в сторис и как зарабатывать на контенте в социальных сетях. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Мне только спросить». Каждую неделю самые пытливые детские умы собираются здесь, чтобы узнать все тайны и секреты самых интересных и успешных людей Краснодарского края. Но сегодня, как вы видите, наша студия осталась без зрителей. В связи с непростой обстановкой мы решили, что правильнее будет задавать вам вопросы через экран телефона. Если вы не против, то давайте начинать. Вопросов ребята составили очень много. Честно, было трудно выбирать. Вопросы все интересные, а эфирного времени не так уж и много. Поэтому не будем терять минуты. Итак, первый вопрос. Его задам я. Я посмотрела ваш Инстаграм, и если раньше вы давали советы по тому, как правильно позировать и фотографироваться, то сейчас вы занимаетесь и обучаете именно тому, как правильно оформлять сторис. Почему такое узкое направление? Ведь сейчас в основном блогеры учат всему. Да, верно. Я 10 лет работала коммерческим фотографом и поэтому вела блог на тему своей экспертности и давала пользу своим подписчикам по теме фотографии. Но со временем они стали мне писать такую обратную связь. «Виола, ваши сторис такие интересные. Я каждое утро жду именно вашей истории. Как интересно за вами наблюдать». Я проанализировала, с чем связан такой интерес, и даже ставила эксперименты в своем блоге, чтобы выяснить, как взаимодействовать со зрителями, чтобы максимально захватывать их внимание и вызывать интерес к своим историям. Так родилась моя авторская методика, которой я даже теперь обучаю других блогеров. А мне интересно, когда вы начали развивать свой аккаунт и за сколько набрали столько подписчиков? Развиваюсь я как блогер чуть больше года. Получается, в 5 раз примерно увеличилось количество моих подписчиков за это время. У меня в блоге как фотографа было 7 тысяч подписчиков, сейчас около 34 тысяч. Я уже развиваюсь как блогер. Спасибо. А как вы набираете новых подписчиков, если вы сейчас сосредоточены только на сторис? Ведь сторис появляется только тем, кто уже подписан на вас. Да, все верно. И это главный секрет. Поскольку я блогер, скорее всего, подписчики и новые люди, которые случайно как-то попадают в мой блог, они заходят именно в сторис. Там они знакомятся, им нравится мое повествование, они на меня подписываются, и так увеличивается количество моей аудитории. Ну а вот как они вас находят? Продвигаю я свой профиль на таргетированной рекламе и участвую как спикер в обучающих марафонах. А следующий вопрос задаст Лолита Масьевич. Поделитесь лишь несколькими секретами с нами, как сделать так, чтобы люди, которые снимают сторис, становились популярными в соцсетях. Первый секрет, чтобы стать популярным, нужно не бояться показывать себя настоящим. Чем больше ты открываешься своей аудитории, тем ближе им становишься, и тем чаще они заходят в твой блог посмотреть, что же у тебя произошло. Второй секрет – соблюдать сюжетность повествования. Ни в коем случае не выкладывать скучную повседневность, а превращать каждое событие своего дня в увлекательную историю. Именно поэтому мы смотрим сериалы и фильмы. Вот так вот захватывают внимание создатели кинематографа. Именно по этим принципам создаются интересные сторис. Итак, давайте теперь послушаем вопрос от Маргариты Петриченковой. Как отдыхать от социальных сетей дома? Я откладываю телефон подальше, ставлю его на авиарежим, чтобы меня никто не отвлекал своими сообщениями, включаю сериал, ложусь и отдыхаю. Следующий вопрос от Вероники Петриченковой. ТикТок опередит Инстаграм по популярности? Я думаю, что эти две социальные сети будут развиваться параллельно, потому что в ТикТок заходят за определенными эмоциями, позалипать, посмотреть на прикольные видео. В Инстаграм иногда заходят, чтобы посмотреть за жизнью других людей и взять какую-то пользу и, конечно, тоже развлечься. Итак, а теперь вопрос от Лизы Дерябиной. Здравствуйте! Я хочу стать видеоблогером. Где мне начать продвижение сегодня? В YouTube, Инсте или ТикТоке? С
смотря в какой социальной сети вы захотите стать звездой и какие усилия вам придется приложить, чтобы это сделать. Например, в ТикТоке вам нужно будет всегда проявлять креативность, создавать очень интересные, залипательные видео, которые будут просматривать, вы будете набирать популярность, набирать свою аудиторию. В Ютубе нужен более системный подход, снимать видео, монтировать, создавать полезные ролики или влоги, чтобы действительно аудитории на Ютубе было интересно смотреть такие длинные ролики. И тем не менее и ютуберы, и тиктокеры потом переходят в Инстаграм. Почему? Потому что в Инстаграме легче снимать контент. Там можно снимать свой лайфстайл, а также можно легко монетизировать свои знания, навыки и таланты. А сейчас давайте послушаем вопрос от Ярмушевич Софии. Здравствуйте, Виолетта. А на какое время вперед у вас расписан контент-план? И есть ли он у вас? Если честно, контент-плана у меня нет, потому что со временем у меня уже выработался навык записи интересных сторис. Я могу из любого события уже раскрутить сюжет. Но новичкам я обязательно советую придерживаться контент-плана, хотя бы на неделю тезисно прописывать те темы по дням, которые вы будете транслировать ежедневно. А мы провели опрос и определили, на что аудитории больше нравится смотреть в сторис. Ответы были: мемы, животные, прикольные видео с маленькими детьми. Видео про маленьких детей снимать проще, просто снимаешь, что они делают, и все. У вас ребенок как раз милого возраста, почему не взяли его объектом сторис? Потому что если бы я часто снимала своего ребенка, мой блог был бы мамским, и аудитория была у меня только из мамочек. Я же веду блог о саморазвитии, о совершенствовании своих навыков и притягиваю в свой блог блогеров, экспертов и людей, которые хотят развиваться в Инстаграме. Спасибо большое. И завершающий вопрос будет от Ярославы Великоцкой. Виолетта, добрый день! За какими сторис вы любите наблюдать? И на кого из известных людей подписаны сами? Интересный вопрос. На самом деле я не подписана ни на звезд, ни на селебрити, потому что звезды реализуют свой творческий потенциал в своей основной работе. А Инстаграм использует площадку просто для того, чтобы быть в социальных сетях. И сторис обычно у них совершенно неинтересные, просто бытовые. Из самых известных людей, на кого я подписана, это блогер Александра Митрошина. Если следовать вашим инструкциям, то за какое время ваши подопечные смогут добиться результатов в сторис? Результатов в сторис можно добиться буквально на следующий день. Как только ты начинаешь снимать действительно интересные сюжеты, аудитория моментально реагирует, и ты видишь рост охватов своих сторис. Спасибо за ответ большое. Виола, расскажите, кем вы хотели стать в детстве, и почему вы все-таки в итоге решили стать инстаблогером? В детстве я мечтала стать бухгалтером, но с математикой у меня совершенно не складывалось, и эту мечту я забросила. Как только я получила высшее образование, я работала в государственных органах и поняла, что это тоже не мое. Обучилась на фотографа, прошла обучение в школе творческой фотографии и посвятила именно профессии фотографа почти 10 лет. Параллельно с работой фотографом я развивала блог, и в блоге у меня стало получаться. Я начала получать обратную связь, поддержку от своей аудитории, признание, и поняла, что это будет та импровизированная сцена, на которой я буду сиять. Сторителлинг – понятие новое и современное. Это способ рассказать историю с помощью текста, видеоролика и картинок так, чтобы читатель и зритель сопереживал героям и предметам этой истории. Эту технику используют, чтобы продавать, развлекать, обучать, делиться опытом и успехами. Примеры из жизни, неожиданные повороты сюжета, интрига – все это работает на то, чтобы заинтересовать ваш мозг, легче понять информацию. Хороший сторителлинг захватывает внимание и заставляет с интересом ожидать, что будет дальше. Вызывает любопытство и обогащает знаниями. Обращается ко всей аудитории и апеллирует к эмоциям и опыту, который испытывает большинство людей. Лаконично выстроен, помогает донести основное послание до аудитории и воспринять его. А еще он хорошо запоминается. Существует три компонента, которые вместе составляют хорошую историю, независимо от ее содержания. Персонажи.
каждой истории есть как минимум один персонаж, и он будет ключом к восприятию для аудитории. Конфликт – это преодоление трудностей героям истории, урок и пример для аудитории. Конфликт в вашем повествовании вызывает эмоции и фокусирует аудиторию через переживания. Развязка. У каждой хорошей истории есть завершение, но оно не всегда должно быть позитивным. Попробуйте сторителлинг в своих социальных сетях, и вы увидите, как отреагируют подписчики на вашу работу. Как вы относитесь к хейтерам, и когда вы читаете комментарии плохие, что вы чувствуете? Поначалу меня это очень задевало, потому что каждый недовольный комментарий я воспринимала на свой счет. Но потом я осознала, что люди нас в блоге видят не как настоящих людей, а как персонажей, и свою, так скажем, и свои хейтерские комментарии направляют именно этим персонажам, а не мне лично. Я просто стала абстрагироваться и никак сейчас не реагирую на хейтерские комментарии. Спасибо. Назовите несколько направлений в Инстаграме, с которых можно начинать и которые будут популярны еще долгое время. Если говорить о подростках, о школьниках, то я бы посоветовала, конечно же, вайны и тему отношений со своими одноклассниками, одногруппниками, вообще развитие вот этого подросткового возраста. Всегда подростки очень интересуются жизнью других подростков, смотрят, как, что у кого происходит, чтобы самим набраться опыта, напитаться вот этой энергией и реализовать свой потенциал. Ну что ж, а теперь мы переходим к блицу. Его суть состоит в том, что мы задаем несложные вопросы, а вы отвечаете одним-двумя словами. Я постараюсь. Самый классный челлендж в социальных сетях в последнее время. Подушка челлендж. Когда я утром первый раз беру телефон в руки, я проверяю. Инстаграм. Основная часть моих подписчиков – это люди. Любопытные. Зарабатывать на сторис наше время нужно, потому что? Потому что это простейший инструмент. Работа дома мне приносит несколько сантиметров талии. Спасибо большое, Виола. Друзья, не забывайте, нет ничего невозможного. Каждый из вас может добиться любых высот. Увидимся. До новых встреч!